Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», третий том, вопрос 1161. Может ли христианин быть патриотом своей родины? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Слово «патриот» греческое, означает «земляк», «соотечественник». Человек, любящий свое отечество, преданный своему народу, а также человек, преданный своему делу, глубоко привязаны к чему-либо. Об истинном патриотизме подробно описано в нашей книге «К истинному православию» в отделе «А я говорю вам, любите врагов ваших». Патер значит «отец», и мы молимся, обращаясь к Отцу Небесному. Отче наш, сущий на небесах, наше Отечество на небе, и христиане – патриоты этого Отечества. О земном Отечестве в Новом Завете мы не находим даже намека, но должны добавить, что хороший христианин – это и хороший гражданин своей Родины. Евангелие от Луки, 4 глава, 23-24 стихи. Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне при слове, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». Ефесянам 3, глава 15 стих. «От которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Евреям 11, глава 14-15 стихи. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. А если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться».